То есть передняя часть, тот пластик, по которому мы будем бить, он смотрит исключительно на зрителя, то есть вперед. Правая рука у нас остается в свободном положении. Вам удобно будет с телефоном играть? Точно? Отлично, можно начинать. Смотрите, подержитесь сюда. Ага, отлично. Смотрите, у нас правая рука находится в свободном положении, левая на барабане. Да, меня все видят? Так, я у тебя забрал барабан, да? Подай еще один барабан. Смотрите, чтобы научиться играть на наших барабанах, ничего сложного нету. В этом барабане всего лишь два звука. Именуемый как глухой звук, будем именовать его дум, условно, чтобы вы понимали. То есть просто мы правой рукой, смотрите, как будто бы даем 5. Условно, дай 5. Вот, точно так же мы бьем по барабану правой рукой. Смотрите, мы его не гладим ни в коем случае, мы по нему бьем. Хорошо, давайте все вместе попробуем. Я, потом вы, окей? Пальцы у нас вместе, только бьем ладонью, хорошо? 3, 2, я, потом вы. Смотрите, раз и... Стоп, еще раз. Раз и два. Хорошо? Я, потом вы. Еще раз. Раз и два. Так, чувство ритма сейчас надо восстанавливать. Вы на два бьете. Раз и вы на второй. Окей? 3, 2, 1. Раз и два. Отлично. Смотрите, когда у нас пальцы сжаты, когда у нас ладонь находится в свободном положении, расслабленная, и мы просто бьем по барабану, бить по барабану нужно исключительно только пальцами. Хорошо? Так, для микрофона у меня. Смотрите, только пальцем мы бьем, пальцы у нас вместе, окей? Я, потом вы. И раз, и два. От правой рукой. Хорошо? Когда у нас пальцы вместе, когда мы бьем по барабану, у нас будет звук дум. Глухой звук. Чтобы получился второй звук, то есть звонки, которые будем именовать лях. Хорошо? У нас то же самое, только пальцы расслаблены, вот как в обычной жизни. То есть я показываю, смотрите, глухой. Раз, там же звонки. Два. Это ясно? Попробую я, потом вы. Я делаю раз, два, вы, три, четыре. Ясно? Попробуем. Раз, два и три, четыре. Ясно? Вот. Два звука основных мы уже выучили. Смотрите, самый простой ритм, который у нас будет, наш а-ля хороводный, называется ял-л. Хорошо? 2 л. Смотрите, он довольно-таки простой. Я уже продемонстрирую. Смотрите, раз. Учим, ничего сложного. Правый бьем, правый продолжаем. Смотрите, с глухого начинаем, это предельно важно. Смотрите, раз ударили, показываю. Раз, и потом с правой же руки. Я, потом вы, смотрите. Раз. Попробуем. Я, потом вы, смотрите, правая. Раз. Тум. Така-тум-тум. С правой руки. Окей, попробуем еще проще. Сделайте вот следующим образом. С правой руки, правая, левая и дважды правая, хорошо? Раз, два, тум, тум. Я, потом вы. Раз, два, три, четыре. И. Отлично, правой рукой. Хорошо? Еще раз, я, потом вы. Смотрите внимательно. Правая, левая, дважды правая. Ясно? Показываю. Та-па-тум, тум. И. Та-па-тум, тум. Правой рукой заканчиваю. А? Правая, это вот это вот. Вот, где кольцо. Хорошо? Отлично. Ничего страшного, можете попробовать. Это не так легко, как кажется. Как видно. Еще раз. Я, потом вы. Та-па-тум-тум. И. Та-па-тум-тум. Право это там, где я. Хорошо? Для вас, зрители, я слева. И теперь смотрите. Мы уже почти выучили ритм. Осталось. Смотрите внимательно. Вот мы выучили уже основную часть этого ритма, то есть... Ясно? Перед этой основной частью есть всего один удар, который мы учили, именуемый дум. То есть тум, та-па-тум, тум. Ясно? 3, 2, 1 и тум, та-па-тум, тум. Ясно? Попробуем по одному быстро. Вот, правильно сыграла. Ага, пробуем, давай. Тум, та-па-тум. Отлично. И тум. Правая, дважды. Так, раз, та-па-тум. Отлично. Можно? Давайте. И дум. Та-па-дум-дум. Почти. Одна ошибочка была. Можно? Мы, смотрите, правой начинаем первый удар и с правой же продолжаем. То есть дум. Правой два раза бьем в начале и в конце. Вот так вот. Почти. Давайте, поехали. Можно? Дум. Отлично. Лучше всех сыграла. Отлично. Можете поаплодировать. Замечательно. Теперь смотрите, ритм наш
Стойка, да, отлично. Ритм наш состоит из двух частей. Первая часть у нас начинается с глухого удара, мы уже выучили, дум. Это когда пальчики вместе. Вторая часть аналогичная, только первый удар у нас звонкий. Показываю. Первая часть через глухой. Дум. Вторая часть то же самое, только первый удар звонкий. То есть... И при соединении у нас получается наш народный самый любимый ритм. То есть... Дум-та-па-дум. Показываю, учим, здесь ничего сложного нету, поэтому не стесняемся, играем во всю мощь. Смотрите, с правой руки начинаем. Дум, тапа-дум, дум, сразу с правой. Там, тапа-дум, дум, ясно? И все, это все на репите, как говорится. Попробуем, сначала я дважды, потом вы. Считаю, я играю первый и раз, я играю второй. Ясно? Можно три, два, один и дум, тапа-дум. Еще раз. Дум, тапа, дум, дум, тапа, дум, дум, тапа, дум, дум. Кому ясно? Я, в принципе, ритм поняли, да? Смотрите, сейчас, дорогие зрители, мы для вас будем играть, а вы будете водить наш народный хоровод, который называется Яллы. Хорошо, ребята в костюмах вам все помогут, вас всех вытащат на наш хоровод. А от нас главное это самое держать ритм, держать темп и ничего. Да. Слово? Дорогие гости, всем добро пожаловать в наш шатер. По поводу танца, который мы с вами будем танцевать, буквально небольшую информацию хочу дать, потому что это азербайджанский национальный танец Яллы. Его обычно танцевали в древние времена азербайджанские воины перед каким-то важным событием, перед тем, как пойти на войну. Либо же эти танцы танцевали именно когда уже были праздники. Это праздничный танец, символизирующий единство. К сожалению, на сегодняшний день было известно до порядка 250 разновидностей этого танца. Сегодня до нас дошли около 140. И, кстати, по инициативе Азербайджанской Республики, то есть данный национальный танец на сегодняшний день охраняется со стороны ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие, поэтому можно сказать, что это будет эксклюзивный урок для вас. Всем добро пожаловать, всем с праздником, спасибо. Итак, наши барабанщики готовы, вы готовы, взяли за руки, обязательно за мизинцы. Ребята, давайте, подтягивайте всех, окей?